Настоящие вот порядочные мужики ЖКУ. Им хвала и честь. Я не знаю, это мастер или помощник мастера. Ну, вот какой-то ответственный человек, наблюдатель. И вот ребята вообще все просто под метелочку подготавливают. Я даже не представлял, что может быть так чисто. Но им видно, кто-то хорошо, доступно попросил, как бы, дал им это, пряника хорошего такого. У нас русский, даже не русский, просто славянин, он имеет свойство работать, когда либо там петух кукарекнет, либо пряник хороший дадут, либо премия хорошая. Вот что-то одно из двух, то есть. Но это, я считаю, вообще вот мега-трактор, который вот берет, наверное, ковш, не знаю, килограмм, наверное, 200 снега. Так вот. И килограмм 200. То есть 2 центнера. И вот парень буквально даже без рукавов ездит на этом тракторе. До того теплый трактор. Вот хочу сказать, что курганцы могут изготовить очень теплый трактор. То есть в минус 30 он, как говорится, ездит в футболке, даже без рукава. То есть ЖКУ хорошо обеспечено у нас техникой. Техника у них исправна, никаких подтеков. Вот, как говорится, выскабливают они все до земли. Вот там, если был песок,